Парламент Армении на заседании в понедельник отказался включить в повестку вопрос о правомерности и соответствии законам Армении трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября по Нагорному Карабаху. Заседание законодательного органа транслировали местные телеканалы. За включение вопроса в повестку проголосовали 40, против 73 депутата. Решение не принято, заявил спикер парламента Арарат Мирзаян. Вопрос о включении этой темы в повестку и инициировала оппозиционная фракция «Просвещенная Армения». Правящая партия «Мой шаг», который на данный момент контролирует в законодательном органе 84 места из 132, выступила против и настаивает, что парламент не обладает правом обсуждать данный вопрос.